Весна, пение птиц, яркое солнце и авитаминоз. Бороться с ним помогут свежие овощи и фрукты, богатые витаминами. А макроэлементы и микроэлементы и полиненасыщенные жиры лучше потреблять из рыбных продуктов. В Староскол вновь приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба камчатская». На прилавке огромный выбор. В воздухе витает аромат копченой рыбки и нового улова. Буквально пару дней назад она еще плавала в море. Белуга, чавыча, нерка, кижуч, палтус. Всего более 35 видов дальневосточных деликатесов. Угощение найдется даже для самых избирательных покупателей. Самую вкусную чавычу. Она жирная и приятная на вкус, не соленая. Такая как раз, что надо кушать. От магазина, конечно, отличается вкусом, свежестью. А я, как северный человек, знаю толк в рыбе. Самое вкусное лекарство от авитаминоза для любителей рыбки – чавыча. В ней содержатся витамины группы В, а также Е, Д и С. Один бутерброд в день, и снижается риск развития инсульта, инфаркта, атеросклероза сосудов. Но самым богатым товаром по полезному составу на прилавке является, конечно же, икра. Крупнозернистая, сочная, без горечи – настоящий деликатес. И пришла за икрой. Первый раз купила икру. Ну, все хвалят, говорят, что вкусная. Ну, попробуем. Рыба выглядит вся аппетитная, вся красивая, свежая. Икра тоже крупнозернистая. Выставка-ярмарка «Икра и рыба камчатская» ждет своих покупателей во Дворце спорта «Аркада» до 21 марта.